Привет, зритель. Пока три девицы под окном, Вика, Вита и Даша, спорят о том, существую я или нет. Я дошла до магнита, иду из магнита, думаю, давно я не писала обзоры покупочек. И думаю, что бы это не сделать, блин. А мне тут... Я вчера их забрала в Озон. По 1,5 кг каждый в телеге и ВКонтактике есть. Я еще потом, может, в инфу закину. Я их уже обновила. Ой, утяжелители. У меня тут вот здесь где-то кошель. Короче, я купила еще кое-что, но я покажу только уже пустую баночку. Я вспомнила, что он мне нравился, благодаря кому-то из комментаторов вспомнила еще раз. Варвара Класса, сыр сметанковый. Он был по скидке 100 с чем-то рупий. Сейчас я найду кошелек. И мы с вами узнаем, почем кайфы на рынке. Хочу сказать спасибо Диме за продление подписку на Бусти. Так как он подписан на Мунбанге, правда, я не в курсе насчет, реально ли Дима по Мунбангам, или это просто поддержка канала. Я запишу как-нибудь Мунбанг. Я тут на днях словила приступ эпилепсии впервые с лета. Это был очень сильный приступ, и я вот до сих пор отхожу, я сегодня ни черта не делала, только вот хренью страдала. Короче, в общем, я запишу как-нибудь Мунбанг, который вы там просили, с определенной темой. Где у нас этот сыр? Сыр-то где? А вот. 113 рублей без копейки. Тут у нас... А сколько тут вообще? Тут что-то чуть больше, чем 100 грамм. 160 грамм. Вот такой сыр. У меня тут два банана. Я их не собиралась покупать. К нам приперлось животное. Но я тебе дам потом сыр, окошко. Но они такие были, вот, ну, немножко раненые. Если они бы там полежали, они бы стали темнеть, помирать, их бы никто не покупал. Мне стало жалко эти бананы, я их купила. Два банана. Можно их сейчас сажать. Я сегодня вообще один раз за день ела. Это с учетом, что падение лектоласта склеивало очень капитально. До середины дня нога болела. Так, где у нас тут этот чертов банан? Бананы. Бананы, у меня ведь камера не до конца заряжена. Где вы? А вот бананы. 140 рублей без копейки за килограмм. Вышли у меня бананы на 368 грамм 51 рубль 52 копейки. О, мужики, отойдите от экрана, если вы нервные или вы нервная баба. У меня что-то куча прокладок таких длинных с крылышками, можно улететь на Луну. А маленьких кот насрал. Я решила, что все-таки что я тут трачу дофига дорогие, длинные, хорошие японские прокладки, купленные на Вайлдберриз про запас на целый год примерно так. Ну, может, меньше. И в магните увидела за 60. 60 рублей без копейки. La Fresh. Прокладки Comfort. 10 штук. 2 капельки. Как раз на последние дни бытия. Так, у меня тут... Я их не собиралась покупать. Но что-то пощупала, и она оказалась мягкая. Я думала, а что так это? Ну, это... Что, я себе грушу не могу позволить? Пакет порвался. Ну, в общем, у меня тут 4 груши. 4 груши. Груши Вильямс Пак Хамс. За килограмм... Вот это тут прикол. Там, вот бананы были 139,99, а эти 139,90. Короче, 140 рублей без 10 копеек. Груши у меня вышли на 618 грамм. 86 рублей 46 копеек. Это, наверное, в тему тем, кто просит Мунбанг с темой, которую просят. Я тут вся такая позитивная, при том, что помирала в очередной раз. Вы, наверное, думаете, как быть такой позитивной? Ну, в общем, как-нибудь я поем, когда я тут оклемаюсь для того, чтобы нормально есть на камеру. Куда мы тут все лезем, а? Давай отсюда. Резной палисад, натуральные волоски, продукты сметана, 15% жирности, 300 грамм. Где ты есть? Сметана. Сметана ты где? 72 рубля без копейки. У меня ж тут все пишется. Она, правда, сюда еще не лазила. На мое счастье. Вообще я шла за доместосом, наполнителем и сметаной. Плюс, возможно, сыром, но это не вариант. И увидела по пути кошечку. Она ко мне, я поняла, что надо купить еще корма кошечки. Я думаю, может, на Арик написать отзыв на корм для кошечки. Моя-то не жрет. Эти палочки с хорошим составом, и я что-то решила их взять. У меня как бы есть чук-чай, у меня
3,5 шоколадки, одна из них молочная. У меня даже есть халва вот эта турецкая, хлопковая. Вчера с Озона забрала. И куча меда, варенья и т.д. Да, вот в этом году у меня меда дофига осталось. Короче, соленые палочки выпекаются в печи. Может, я сама как-нибудь свояю эти палочки. Что тут по составу? Мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта 90%, вода питьевая, масло подсолнечное, соль морская, соль обычная, экстракт содовый жидкий, солод ячменный и ячмень, регулятор кислотности, гидроксид натрия, дрожжи, хлебопекарские прессованные. Нормальный состав, даже очень. Ну, какой-нибудь там попобольный Киллиан, что-то там его сотоварищи могут придраться, но вроде тут даже и придраться не к чему. Ну, был у меня какой-то с декабря этот зритель, который ловил анальные спазмы от меня с любой стороны, куда ни глянь. Так, где тут оно у нас? Палочки, 35 рублей без копейки. Кстати, сколько тут граммов-то? 75 грамм. Так, эсси. О, еще одна груша. Я еще думаю, вроде я больше груш положила. В общем, пакет порвался внутри. Опять у меня тут груш случилась, шапочка, я ее сняла в магазине, а потом забыла одеть, и мои мозги мерзли. Так, все тут вроде. Тут одна тоже, ну да, тут уже нету ничего того, что это как бы типа куплялось. А в общем, были какие-то штуки, я не помню, во чем я последний раз покупала ватные диски. Но у меня осталась вроде как одна только упаковка 150 штук, и я, увидев вот это вот... Сейчас скажу, магните. В общем, ватные диски я самая, 120 штук, Cotton Club, по 79,90, если покупать сразу две штуки. Ну, я купила сразу две штуки, чтобы было про запас 120 штук, плюс 120 штук, 240 ватных дисков. У меня что-то сейчас уже последние года два очень редко, ну, мало так ватные диски расходуются, но все равно они нужны. В общем, это у меня вышло на 159 рублей 80 копеек. Вместе. Что тут у нас еще? Я купила Доместос. Он периодически бывает по этой цене. Сколько тут вообще? 750 миллилитров, 140 рублей без копейки. Обычный такой Доместос от фирмы. А, мне еще надо было белизну, чтобы отучить кошку срать под ванной. Она уже так это что-то приноровилась и обнагрела, но я что-то так всего набрала, что забыла про белизну. Я купила два вот таких пакетика. Кошки, которая уличная. Где, кстати, второй-то пакетик? А, вот он. Слава чертям, он тут. Два пакетика корма. Таффи корм, консервированный для кошек. Буду таскать с собой в сумке, либо рюкзаке, либо в кармане. Куртки, пальто или типа того, еще новую куртку заказала на Озон, если подойдет, то потом вам всем покажу. Тот костюм, который я заказывала, льняной хлопковый, он не подошел, поэтому я не показала. Так, корм для кошек, говядина, 12 рублей без копейки каждый, вышли на 23 рубля 98 копеек. Короче, 24 рубля без 2 копеек, вот корм. А еще я увидела корм, я его раньше увидела. Смарти, для домашних животных, Джой, с говядиной в соусе. Для взрослых кошек от 1 лет, той кошке 11, скорее всего, лет, которая кто-то ее выкинула, она вот, ну, мне, я 14 апреля, вот 6 лет, как я тут живу, а та кошка жила еще до меня. В общем, я приехала, ее выгнали, ей было 5 лет уже. Сейчас скажу, почем корм вот этот, корм ты где? Так, корм, лап дрожит, ничего с этим поделать не могу. 18 рублей без копейки. Мы его радостно сожрали. Так, ну и то, зачем я ходила, оно было по скидке. Я, конечно, на Озон заказала, но оно придет 6 апреля, а сегодня у нас вроде как... Сегодня какое? 4. И это самое, как бы... У нас он весь практически закончился. Поэтому я подумала, что можно купить, если есть в магните, сколько бы он ни стоил, а потом еще озоновский бот. И бот несчастье, может быть, до конца лета хватит тому, что нет. В общем, он у нас был внезапно. Тут 2 килограмма, ну почти 2 800 грамм. 2 килограмма 800 грамм. Вот я держу так на руке, нормально. А, где-то тут наполнитель. Наполнитель Таффи, он тоже Таффи, оказывается. Наполнитель Таффи.
Древесный, 90 рублей без копейки. Вот он сейчас в магните по скидке дает. Наполнитель, если вдруг кто кому надо. Могу показать коробочку от утяжелителя, если вы на мою страницу ВКонтакте не лазите, хотя она вот так была, не видно было. В общем, вот такие утяжелители. Я там пост ВКонтакте накатала с артикулом. Если интересно, гляньте, если кому надо, очень удобное. Ну чё, зритель, если ты хочешь поддержать канал, можешь что-то сделать, я чё, только 10 минут, что ли, говорю. Где-то будет облако. Ну и как бы это чё? Если я какие-то запросы твои обещала выполнить, то никак не выполню. Можешь дать знать мне в комментах, я просто могла забыть. Ну и чё? Спасибо тебе за просмотр, желаю тебе всего хорошего, позитивного, чтоб никакие Даши Виты и Вики не обсуждали тебя на момент, оживая ли ты или чей-то фейх. И если мониторили, то только чтобы добавить тебе лузов. Ну, короче, все, чё, пока!